Всем привет! Это видео для тех людей, которые думают отдавать своего ребенка в хоккей или нет. У меня сейчас есть небольшой опыт, я могу с вами поделиться. Мой сын ходит на хоккей уже 2,5 года. Мне все нравится, поэтому я хочу рассказать вам плюсы и минусы постараюсь найти. Давайте самое главное. У меня Арсений пошел в 4 года на хоккей. Сейчас так берут на хоккей. Это одна из немногих секций, которая готова принимать детей в таком возрасте. Ну, я скажу, что даже если вашему ребенку 7 лет, вы ничего не потеряли, вы можете привести. Если ваш ребенок талантлив, хоть чуть-чуть, то я думаю, что он наверстает упущенное. Давайте о плюсах. Первый, самый главный плюс, это, конечно же, то, что он физически очень сильный стал. Я его водил к врачу к одному, ноги посмотреть, они у него немножечко такие-то кривенькие. Врач первое, что сказала, он у вас очень хорошо физически развит, нарощена мускулатура. И да, я стал замечать, что, допустим, приходишь на детскую площадку, он спокойно передвигается по ней, залазит куда хочет. Ноги, руки крепкие, все держит, все хорошо. Мне это нравится, я за это очень сильно рад. Следующий плюс – это то, что на хоккее много людей, много детей ходит, есть большой контакт, много с кем он общается, много детей, много сейчас друзей у него. И он стал более контактный, он может прийти в какое-то другое место, где незнакомые люди, и спокойно завести разговор и общаться с ними. Это большой плюс. Такой плюсик немножечко от себя скажу. Это скорее, знаете, плюс для родителя. Когда ты приходишь на каток городской, и ты понимаешь, что вот оно, ради чего ты его водил. Такой небольшой ребенок, да, так быстро носится, что-то вытворяет. И многие родители, бабушки, дедушки, в основном бабушки и мамы, своим чадом говорят, вот смотри, какой маленький, а как он катается на коньках. Ну, конечно, это все не так просто, это тренировки, это 2,5 сезона тренировок, 6 раз в неделю, поэтому все неспроста. Еще плюсик тоже, опять же, скорее тоже для меня этот плюсик, это хорошая комьюнити, хорошее общество. Мы общаемся с родителями, мне нравится общение с ними, все очень так прикольно, совместные игры какие-то проводим. И вот. Ну, мне есть чем сравнить, он у меня еще на карате ходит. И на карате мы даже с некоторыми родителями не здороваемся. Тоже ходим 2 года, но вот знакомства с родителями нет. А на хоккее очень хорошее знакомство. Следующий плюс, это такой важный для мужика. Не плачет, перестал плакать. На хоккее всего 2 раза я видел, чтобы он ревел. Первый раз, когда я его сильно отругал, это была моя вина. Я полностью это признаю, самое главное. И вот, но больше я так делать не буду, сразу говорю, он заплакал. А второй раз это была игра родителей между с детьми, и у него не получалось забить гол, ребенок заревел. Да, такие вот слезки от того, что не получается что-то сделать. Еще плюс это то, что они дисциплинированы. Ну, по крайней мере, мой ребенок, хотя я и другие какие-то делаю усилия и дома различные. Вещи, типа заправить кровать, прибраться за собой. Но дисциплина есть у ребенка, и меня это радует. Ну и самый последний плюс, он без хоккея был бы наверняка, это хороший сон. Вечером ты его укладываешь, и он у тебя всю ночь спит. Давайте поищем минусы. Я, слушайте, я думал, я минусов не могу найти. Вообще, в целом, в спорт надо детей отдавать. Конкретно у меня был минус, это то, что 2 года мы водим в 6 утра. Встаем, точнее, в 6 утра, тренировка в 7 утра. Я встаю 5:30. Но кому-то минус, кому-то плюс. Для меня лично, на самом деле, это был плюс. Первое время было тяжеловато, а потом привыкаешь. И мне это время очень нравится. Я бы вообще постоянно бы водил это время, тренировку. Но в целом, минусы закончились. Я понимаю, что в дальнейшем они какие-то минусы будут. И тогда об них и расскажем. И вот в целом, отдавайте своих детей в спорт, в любой, в доступный спорт. Не отдавайте каким-то непонятным людям, которые обещают вам, что ваш ребенок будет чемпионом. Чемпионство – это дело тяжелое, и быть на вершине – это очень тяжелый труд, и не каждый здесь освоит и осилит эту дорогу. Поэтому, уважаемые родители, отводите детей в спорт, в любой, который вам приглянется. Всем удачи и хорошего настроения!